Всем доброго времени суток. Сегодня у меня будет на восстановлении такой вот блок мозгов от автомобиля. Блок у нас Bosch. Основная проблема у него — разъем для подключения. Попал тосол, либо какая-то другая жидкость, и вот там вот отгнили контакты. Один полностью отвалился, и вот два еще на подходе. Поэтому мне нужно каким-то образом их заменить. Также для донора мне дали такой вот блок от Citroen. Не знаю, для чего он служит. Ну, в нем есть вот такие вот контакты, которые мне сказали, можно будет перепаять вместо этих. То есть, такой вот еще донор. Ну, значит, для начала надо вскрыть этот блок, чтобы посмотреть, как у нас там устроены, запаяны в плату эти контакты. Здесь у нас 4 винта. Откручиваю, значит, 4 винта. Вскрываем модуль. Здесь у нас уплотнительная резинка. Ключи, которые к радиатору прикасаются. То есть, эта часть, я так понимаю, съемная. А еще два винта. И вот так вот выглядят наши контакты с этой стороны. Нас интересуют вот этих вот три. И на мое счастье, они еще расположены перед вот этими конденсаторами электролитическими. Еще усложняет слегка задачу. Ну вот с этого начнем, пожалуй. Он у нас самый сломанный. Значит, для начала я его просто откусываю, чтобы разделить на две части, так как одна часть в корпусе его осталась, вторая часть в плате. Часть, которая у нас находится в пластике, придется просто разогревать. То есть держим паяльник по максимально долго. Пластик расплавляется, и мы таким образом постараемся вытащить этот контакт. Оп, ну, все-таки выполнимое. Здесь, кстати, меня посетила одна интересная мысль: полностью не выпаивать контакты, а лучше откусить, и в принципе можно припаяться прямо к тому выводу, который уже есть. Так, хорошо. Три контакта, которые требуют замены, я выпаял. Теперь нам нужно три контакта из донора. Здесь они вообще глубоко посажены. Теперь вот здесь вот прямо три подряд возьму. И греем. Здесь площадь побольше. Поэтому я надеюсь, что получится проще это достать. О, есть контакт. Дальше. Все, три контакта у нас имеются. Донор убираем в сторону. И посмотрим размеры данных контактов. Здесь как раз обломыш есть. Я хочу сказать, что именно в этой части они, в принципе, одинаковы. Единственное, что они, наверное, по глубине будут длиннее. Это можно померить. Это будет установить, наверное, самый нижний для начала. Устанавливать будем следующим образом. Будем греть их. Так как там отверстие есть, то в принципе, я думаю, сильно много греть не придется для установки. Вот так вот. Осталось отрегулировать высоту. И у нас здесь остается приличный пятачок для того, чтобы подпаяться к другой части. И стеснее тоже зачищаем. Вот так вот
будет запаян контакт. Единственное, мне кажется, что надо будет уже можно сразу вот здесь вот отломить, так как мы знаем глубину. И сразу же можно залудить эту часть, чтобы там меньше времени занимало. Зачищаем. Есть еще тут момент. Иногда, вот видите, когда контактов много рядом, пропаянные, там возможность, опасность, точнее, что может быть соприкосновение. Поэтому я такую термотрубку одеваю. Она получается хоть и из материала, но она не горючая. И теперь я уже могу спокойно припаивать, не боясь того, что будет короткая между соседними контактами. Опять же, припоя не жалеем, чтобы контакт был максимально надежным. Еще раз все осматриваем, чтобы никаких соприкосновений не было. Уже теперь можно точно отцентровать выводы. Поэтому, если у вас отгнили контакты, не спешите расстраиваться, выход есть. Я вам его показал вживую. Надеюсь, данное видео вам будет полезным. Если что, пишите комментарии, обязательно отвечу. Всем спасибо за внимание, всего хорошего.